Да тут река. Обалдеть. Просто жесть. В прошлую субботу Самара на день превратилась в настоящую Атлантиду. Улицы затоплены, машины плывут по рекам. Гидрометцентр подтверждает, на 21 июля выпало рекордное количество осадков. На Московском шоссе возле ботанического сада размыло склон. Подрядчик говорит, что это не его вина. Со своей стороны он сделал дополнительные укрепления сверх проекта. Здесь был ремонт, сделан был участок вот этот, а мы налители, тогда мы переживали, что вода вот из-за этой ливневки, мы его омонолители, его в проекте нету, скажем так. Георешетку уложили, надеялись, что она удержит на всякий случай. То есть ее тоже не было запроектировано, мы ее укладывали. Но это не спасло склон от разрушения. На этом участке две ливневки, но они не справились с осадками. Вода застаивалась. Минтранс взял ситуацию под контроль. Я считаю, подрядчик, наверное, хотя это не гарантийный случай, это можно сказать форс-мажор, но тем не менее подрядчику рекомендуем за счет своих средств приступить оперативно и срочно к ликвидации, чтобы в течение недели, текущей недели, сказать, был этот смыв ликвидирован. Сейчас главная задача – собрать и укрепить откос заново, посмотреть, нет ли повреждений кабеля, восстановить георешетку и досыпать чернозема. После этого отмывать грязь. Чтобы в дальнейшем такого не повторилось, есть предложение заменить грунт с травой на рулонные газоны. Они дороже, и их нужно будет поливать каждый день, но зато не придется разбираться с последствиями непогоды. Даниил Лучко, Василий Колдашов. События.